10 ноября в 22:30 возле АЗС «Кулаки» столкнулись два автомобиля. Есть жертвы. Водитель Сааба погиб, а пассажир и водитель Рено с травмами доставлены в больницу. Это уже вторая авария за последние две недели, в которых гибнет водитель. Управляя автомобилем Сааб, двигаясь со стороны деревни Радково в направлении города Солигорска, при совершении обгона попутного транспорта выехал на встречную полосу движения, где не справился с управлением транспортным средством и совершил столкновение с автомобилем Рено, двигающимся во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Сааб погиб на месте происшествия от полученных травм. Водитель автомобиля Рено и пассажир с телесными повреждениями различной степени доставлены в УЗС Солигорское ЦРБ для дальнейшего прохождения лечения. На месте происшествия был проведен осмотр места происшествия, после чего назначены необходимые криминалистические экспертизы, опрошены очевидцы произошедшего. Солигорским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Сейчас изымаются записи камер видеонаблюдения и назначен ряд экспертиз, которые помогут определить степень виновности участников аварии.